В Гагаринском районе прошли общественные слушания. Говорили о медицинских учреждениях. Жители уверяют, врачей и поликлиник не хватает. В региональном отделении партии «Единая Россия» предложили помочь устроить встречу с представителями департамента здравоохранения, чтобы можно было напрямую задать все вопросы и получить ответы на них. Амбулатория – это боль Гагаринского района, района летчиков. Открытие семейной амбулатории в районе Летчики люди ждут уже 9 лет. До сих пор вопрос никак не решался. На встрече исполняющий обязанности заместителя губернатора Иван Кусов пояснил, проблему так просто не решить и построить амбулаторию сейчас сложно. Нет подходящих помещений и земельных участков, но есть альтернатива. Одно из решений – это озвученное сегодня. Дополнительно проработаем со всеми частными клиниками. Если кто-то захочет пойти в систему ОМС, то есть предоставлять услуги бесплатно населению, да, по медицинским страховым полисам, то мы это сделаем достаточно оперативно. Если врач общей практики, да, кабинеты врача общей практики, это чуть поменьше, чем амбулатория, но тоже первичное звено медицинской помощи. Такие кабинеты, уже мы сейчас такое поручение есть, ищутся в цокольных этажах, где-то в свободных помещениях. Я думаю, что до конца года вот такой кабинет точно появится у нас в этом микрорайоне. Вторая тема разговора – затянувшийся ремонт детского центра «Медицинская реабилитация», больше известного как «Теремок». Сейчас уже практически завершены подготовительные работы. Если все пойдет по плану, то уже в следующем году строители зайдут на объект. Теремок. Он необходим, потому что кроме лечения детей надо восстанавливать через реабилитацию. И второй вопрос – о капитальном ремонте реабилитационного центра. И он будет сделан в ближайшее время. Провели уже торги, нам сегодня ответили. Будет закуплено оборудование, капитальный ремонт будет сделан.